красная карта, блядь. Да. Она просто лежала или... В кошельке. Дайте мне что-то полутать, и я на выход. А нет, ты где? На втором сейфе. Ебутся коты. Все, все вышли. Сюда! Карточка. У нас Меченко. Дробовик там стреляет. Двух идет за двух. Идем? Да, они уже там туда ушли. Угу. Ходит, ходит, двухи. Второй этаж, левая комната, вторая. Их много, потому что все открыто. Ты по кустам у плотника. Нет, ну я на улице. Ты на улице? Там черик у нас. Он уходит от нас, двухи. У меня двое! Убила двоих! Хорошо. Я сзади. Сзади кто? Противник. У магазина есть чувак. Ты шифтуешь, плотника. Я шифтую. Короче, жопу, я зашла. Все. Ты на крыше, да? Да-да. У нас еще за магазин, за трешкой есть чувак. Да, я понял. Прилагает сервак, осторожно. Одного убил у плотника. Там, да. Говори. Угу. Я у тебя с фонарем. Может быть, первый этаж. Угу. Или это все-таки двушка, я не понимаю. Хилится. Жрет. Это я, это я, это я. Бел. Сейчас я руку себе остановлю. Пановцы. Кошки прыгают, что ли, или где? Оказалось, у нас уже. Убил. Еще есть, по-моему. Не уверен. Ничего тут нет. Дробаш, да? Возьмешь под контроль? Там еще один. У тебя оптика есть? Да, давай. Нету. От... Или у тебя есть? Открой оптика тогда есть? Дверь. Давай, окей. Давай. Давай, чувак, я хожу. Буду байтить. Блять, не регнуло. Не понял. Что-то. Самая дальняя комната правая, где картотеки. Пуш, пуш по левой стороне. По левой, по левой. Давай, давай, давай. Он ушел влево. Убежал направо. Влево. Если меня подождешь, вдвоем сделаем. Убил меня! Да ладно! Бред! А, он мне в голову попал. Не спасли эти сраночки. Там СВД. У него весло СВД 1.20 м. Я вообще не понял, как он в упор так распекал. Игра? Оно у него застакаться должно было. Она и застакалась. В сторону, но он попал в голову. Я тебе говорю, вот я сейчас незамедленно пересмотрел, здесь стало интересно. Она и застакалась. Ну там они прям в поле лежат. Ближе к двери. Ну прям от двери просто по центру идешь, короче. Понял, да? Что ты говоришь, Мат?
Я говорю, трейлер второго сезона видите, охрененный. Ну-ка гляну, что там они. Бубала. У тебя то, ты сказал, четверо, да? Ань. Трое. Ты трое? У меня четверо. Мы с тобой вдвоем семерых убили. Получается, мы с тобой это 9, и еще вот где-то трое там они сами передохли. Что лежишь, пугаешься? Так, давайте проверять. Убила вот Джулиану какой-то с М1А. Вот как раз я М1А-то и слышал, собственно. Джулиано! Зерочка, елки-палки, это типы. Тима. Полутаны. Может, этот Джулиано, который где-то вот тут лежит? Джулиано? М1А, кстати. Что-то он не похож на Джулиано. Ну-ка. А, нет, Джулиано. Все, нашелся. Кто там плавает? Алло. Куда поплыл, Вася, бля? Сюда подплыл, слышь? Тиандер, бля. Вот да он и есть, мне кажется, это. МДРочки у него с рейдеров. Четверых. Если мне в голову попадет, будет больно с этим дробовиком. Просто пригвоздил его. Так, в подвале еще сидят товарищи. А? Там, по-моему, еще был вдалеке. Это слишком близко был. Перцу. О, крейсер сидел. Куда тебе дорожка, бля? Еще один крейсер. Ультимейт нам нужен. Здесь какой-то челик, ультимейт с МПшкой должен быть у нас.
темно, блядь, не увидел его. Херово по нему спрею вообще. Максимально. Ты жив? У меня прицел не ставится. У меня мышка, что ли, накрывается? А, мне типа ствол мешает, все, я понял. Погоди, а где калаш? Вот прям в тайминг заспавнился. Вы поняли, что случилось? Заспавнился бот. Он живой даже, по-моему. Они заагрились на него. И я тут такой, оба на заниженной шестерке, короче, подлетел. Что? Ты даже из-за угла-то не вышел, друг. Что за смерти-то сегодня такие, блин? Это ж так, будьте уверены в этом. Это тут неплохая. Давай грену. Грену давай. Бля. Красивых котов. Он ее не закинул внутрь, двоечник. Она отскочила, блядь, к нему под ноги. А я его зарасил, прикиньте.
такой бред, блин. Сейчас почитать, что там было доната. Эх, чел, как же ты так, блин. Ага. Смещенной комнаты. Это он. О-о-о. Чел, конечно, быстро прибежал. Я с костра бежал, а он уже здесь сидит. Прикиньте, как быстро он примчался сюда. Наружу скидываю. Бэмбик. Там уже бегают. Вот такой тайминг я примерно ожидал в тот раз. Но челик уже меченую пролутал. Прикиньте, насколько он быстро, да? В смысле, ты вылетела? Под этими таблетки от жадности сколько вам? Побольше, да пожирнее? Ковбой Владимир. Ах.
блядь, заряжай уже давай. Тебя не убил. Двое. Один с туалета зайдет, один с главного с этого зайдет с магаза. Что? Я даже прицел уже направо перевел, блять, я тебе все лицо расстрелял, челик. Что за бред? Енотус ТВ. Кто ты, блядь? Я тебе все забрал, расстрелял, чел. Че они кидаются рандомно? Ох, за стеной две пули мне, да, за стенкой. Ай. Видели? Я до сих пор слышу, как он ходит. Сервак висит, слышите? О, я тебе сразу сказал, сегодня будут веселые катки. Потому что даже по ботам в ПВЕ не регало. ПС-ки! Заброневая травма. Я у него, походу, вообще на месте стоял. Ха! Что? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.